Российские военные не прекращают обстреливать Запорожье и область. По словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, ночью две ракеты попали в один из районов областного центра. Серьезных разрушений не нанесли. Еще пять вражеских снарядов прилетели в пригород. Разрушен жилой дом. Семья, которая пряталась в погребе, оказалась заблокированной. Спасатели достали из-под завалов женщину, мужчину и ребенка. Они не пострадали. По словам правоохранителей, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. Какая сейчас ситуация в Запорожье? Как живет город под ежедневными ракетными ударами и как борется с последствиями российской атаки, узнаем у главы Запорожской районной военной государственной администрации. С нами на прямой связи Олег Буряк. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, расскажите, пожалуйста, о последствиях сегодняшней атаки врага по Запорожью. Противник среди ночи запустил ракеты по мирным кварталам города. Есть ли пострадавшие и о каких разрушениях известно сейчас? Да, действительно, было прилито 7 ракет С-300, из которых 2 попали в спальный район. Это южный микрорайон города Запорожье. К счастью, ракеты попали рядом с футбольным полем. Вот, и в результате взрывной волны вылетели стекла, но из людей никто не пострадал. Сегодня там раздавали мы строительные наборы. Вот, и на вот этом вот последнем, в котором микрорайоне был, где большие потери, девятиэтажка, которая была обстреляна, там тоже выдаем сейчас строительные наборы, гуманитарную помощь, продукты питания. Я буквально сегодня там был, за этим контролировали процесс. Вот. И, на жаль, вот в этом именно доме девятиэтажном еще продолжают разбирать там порядка первый, второй этаж, в силу того, что дом панельный, тяжело выгребать вот этот вот строительный мусор. Мы там ищем 14-летнего парня. Поэтому вот такая у нас еще информация. Остальные 3 ракеты улетели в Снеднянскую территориальную громаду. Действительно, да, был завален дом. Там интересная ситуация. Собака первая начала скрестись в дверь. И семья решила спуститься в подвал. Только они спустились в подвал, дом накрыли. И вот именно это спасло людей. Собака спасла жизнь. Там было, значит, 3 человека, и среди которых один ребенок. И 2 ракеты улетели в поле. Ну, по Запорожью выпускают десятки ракет каждый день. Много домов разрушено, погибли люди. Вот есть ли сведения, сколько человек пострадало во время предыдущих российских обстрелов? Была информация, что под завалами до сих пор могут находиться люди. Вот про парня вы рассказали, этой девятиэтажки, которая еще под завалами. Значит, смотрите, с 30 сентября мы потеряли порядка 70 человек. За последние сутки мы только в Орехове потеряли 5 и в Степногорске 3 человека. Поэтому за прошлую неделю спасли 39 человек. Первую помощь оказали 90 человек. То есть это, ну, это огромное количество людей. Это просто неимоверная такая катастрофа. Стойкостью запорожцев можно восхищаться, как и всех украинцев. Вот многие горожане выходят на помощь спасателям и помогают разбирать завалы домов. Какие сейчас настроения у жителей Запорожья? Смотрите, определили сразу же, чтобы детей и женщин вывозили, выезжали семьями. Мужчины вывозят. Но что мне нравится, женщин вывезли, детей и мужчины возвращаются. Вот это хорошо, знаете, оно как бы поддерживает. Понимаешь, что все хорошо у нас с сознанием и самомотивацией всей нашей нации. Вот в это вдохновляет на победу и точно уверены в то, что мы победим. Поэтому действительно тревожно. Сам по себе я в соседнем доме, вот последний прилет был, который позавчера, там в 5-этажке, где разрушился полностью дом. Я живу буквально там, может быть, 30-50 метров от этого дома. Мы аж подпрыгнули тут на кровати. Полная квартира была гари, пыли и все остальное. Страшно, честно. Но при этом мы не теряем волю, вызывает только злость. И еще больше сплачивает и объединяет людей. Ни одного паникера не слышал. Все объединяются, все друг другу помогают. На завалах приходит очень много волонтеров с лопатами, с ведрами, в касках. Что делать? Давайте, говорите, будем работать. И вот люди очень сильно мотивированы для того, чтобы объединиться и победить террориста номер 1. Владимира Путина, который на сегодня теперь стал больше, чем Усама бен Ладен.
террорист номер один Путин, еще и угрожая всему миру ядерной войной. Поэтому нужно в первую очередь убрать этого человека. И тогда я надеюсь, что война закончится. Рик, спасибо вам большое за этот разговор, за оперативную информацию. Я, как тоже запорожец, могу четко сказать, уверенно о том, что Казацкий край никогда не сдастся, никогда не капитулирует. И мы знаем, что россияне обстреливали вчера остров Хортица, да, вот просто да, от безысходности они били туда, где находилась Запорожская сечь, так пытались ее разрушить вот таким образом, как это делали когда-то еще даже российские не цари. Ракета пришла в скалу, упала, единственной взрывной волной, малая академия, там находится Хортицкая академия, стекла вылетели. Стекла поменяем и за все спросим. Запорожье – это колыбель казачества, но никогда не сдастся. Спасибо вам большое. С нами на связи был глава Запорожской районной военной государственной администрации Олег Буряк. Он рассказал о последствиях атак россиян на Запорожье.